Мытье рук и соблюдение правил гигиены очень важны для здоровья вашей семьи. Существует 5 критических моментов, когда необходимо мыть руки. Мойте руки после посещения туалета. Мойте руки перед кормлением ребенка. Мойте руки перед приготовлением пищи. Мойте руки после смены подгузника ребенка. Утилизируйте фекалии ребенка из горшка в туалет. Не оставляйте их во дворе. Фекалии детей, как и у взрослых, содержат бактерии, которые могут вызвать паразитарные заболевания и диарею у всей семьи. Заболевание может привести к недостаточности питательных веществ и оказать негативное воздействие на развитие и рост ребенка. Мойте руки после контакта с домашними животными. Мытье рук предотвращает такие заболевания, как диарея и заражение гельминтами. Мытье рук занимает не менее 30 секунд. Потратьте 30 секунд времени на мытье рук при 5 критических моментах. Зачитывание стишка о мытье рук может помочь вам в соблюдении требуемого времени. Мытье рук с мылом устраняет грязь и бактерии с кожи. Перед приготовлением пищи, перед кормлением ребенка, после посещения туалета, после смены подгузника ребенка, после контакта с домашними животными. Ваше здоровье и здоровье ваших близких очень ценно. Здоровое поколение – наша общая задача.